небольшие технические моменты все-таки присутствуют. Все, я вижу, все работает у меня, по крайней мере. Пишите в чате, видно меня, слышно. Прошу прощения за небольшую 10-минутную задержку. Сейчас еще не буду торопиться, чтобы все смогли пройти по ссылке и присоединиться. Привет. Да, вижу ваши сообщения. Отлично, отлично, все работает. Супер. Тогда сейчас еще буквально минутку ждем. Как вообще ваше настроение? У меня сегодня праздник. Вот, я по случаю даже надела футболку. Мой первый вебинар. Я волнуюсь, но я очень рада. Видно и слышно. Ну супер. Все ли присоединились или еще минутку подождать? Так как у нас была все-таки небольшая неполадка, я думаю, стоит дать немного времени всем. Я подготовила презентацию, но я постараюсь уложиться в час. Ну, чтобы было не больше часа, то есть я не планирую очень сильно затягивать, как всегда, как вы мне всегда говорите, все лаконично, четко. Вот в таком темпе мы и сегодня пройдем по вебинару, по слайдам, и я постараюсь дать максимально коротко информацию, но в то же время, чтобы все было понятно. И, естественно, в конце можно будет задать вопросы. Вы можете помечать себе, чтобы потом не забыть, вопросы какие-то, и можно будет их задать прямо в чате. Я на все-все-все вопросы отвечу. Погода в Москве шикарная. Вчера было холодно. Она какая-то нестабильная. День холодно, день тепло. Но сегодня вообще классно. Светит солнце, наверное, поэтому настроение такое. В общем, день выбрали правильный. Кстати, из какого города, пишите. Какие города присоединились, потому что, я так понимаю, еще много моих земляков из Читы, и там, насколько я понимаю, погода не очень, судя по новостям. Вот, но, честно говоря, так мельком видела, времени не было следить за этим, да, в последние дни. Поэтому пишите, как у вас погода и какие города. Называется мой вебинар сегодня «Как стать востребованным онлайн-турагентом или владельцем бизнеса и зарабатывать удаленно от 100 тысяч рублей в месяц». Поэтому сейчас я начну. Посчитаю только ваши города. Москва, Чита, Чита штормит. Да, наш резко континентальный климат. Итак, хорошо, давайте тогда я начну. Те, кто не успели, придет запись, я начала запись, сейчас я проверю. Да, постараюсь все сохранить и потом отправить. Поэтому нужно остаться до конца, потому что все самое интересное, конечно же, мы подготовили на конец вебинара. Но тем не менее, если вдруг где-то прервались, то можно будет. О, Питер любимый. Ну, в общем, все мои родные, можно сказать, города. В Чите минус 5. Холодно. Ну, ветер, это да, всегда в Чите. Итак. Начнем. Меня зовут Ольга Кузьминчук. Вы меня многие знаете, но тем не менее я еще раз представлюсь. Я владелец онлайн-турагентства turexperts.online. Я уже 12 лет в туризме. Это, в общем-то, вся моя деятельность после института. То есть я как вот выпустилась, я не меняла свою профессию ни разу. Из этих 12 лет я 7 лет работала в офисе, сначала в Чите, потом переехала в Санкт-Петербург, и уже последние 5 лет я полностью работаю онлайн, на фрилансе и являюсь индивидуальным предпринимателем. Сейчас у меня 6 менеджеров независимых в команде, а также у меня есть опыт работы у туроператора по круизам, то есть я в своей профессии, можно сказать, прошла все ниши, да, то есть это был и найм в офисе, это была работа у туроператора, то есть это такое верхнее звено вообще в туризме, это и сейчас фриланс. Когда я работала у туроператора, как раз у меня там впереди был декрет, я совмещала декрет, фриланс, соцсети, в общем, не понаслышке знаю, что такое совмещать. Да, это сложно, но это реально. Об этом я, конечно, тоже еще подробнее расскажу на вебинаре. А также я считаю себя первоклассным специалистом в подборе отелей по всему миру.
У меня 98% возвратных клиентов, поэтому это не просто слова. Действительно, если вот мы с человеком начинаем работать, то в основном все ко мне возвращаются, за что я всегда очень-очень благодарю и ценю своих клиентов. И такой факт, что спустя 1 месяц работы на фрилансе я сразу же продала тур стоимостью практически 1,5 миллиона рублей. Это была одна семья, это был тур в Грецию. Когда уходила из офиса, то есть я практически вообще никому не говорила, у меня не было никакой базы клиентов. Да, конечно, я много лет уже проработала, но я меняла города, и я никому не забирала никакой базы. Я буквально предупредила несколько там семей, но, знаете, бывает такое, что часто, что с людьми, с клиентами уже переходишь в какой-то более дружеский контакт. И я понимала, что если я просто уйду совсем молча, им не сказав, то они просто, ну, обидятся на меня, не помашу рукой. А так вообще, то есть у меня был фактически ноль, ноль клиентов, и я пошла во фриланс. Как надо мной смеялись некоторые, да, недоброжелатели, пошла снимать видео в парке, потому что я начала тогда вести свой блог. Но слушать никого не надо, и, соответственно, первый месяц у меня уже такой случился успех. Сейчас я уже становлюсь на ваших глазах тренером для турагентов, вы этому свидетели. Ну и девиз моего турагентства вы все знаете, мы все поедем отдыхать. Дипломы мои прикрепила. Это старые дипломы, тут даже на некоторых есть видно мою старую фамилию первую. Сейчас как-то дипломы не особо котируются, ну вот я добавила такие, знаете, они прям уже как потертые, пошарпанные. Можно посмотреть мое обучение в 2012 году. В общем, я проходила разные-разные обучения и офлайн, и поездки были за рекламные туры. Лайфстайл путешествия с поездок по работе, тоже добавила старые фотографии, это именно рабочие командировки, здесь и Болгария, и Таиланд. Вообще, конечно, туризм неотъемлемо связан с путешествиями, и я люблю это делать, и как турист обычный, да, отдыхать, и по работе тоже это особый кайф. Поэтому добавила парочку своих старых фотографий, но в соцсетях я, вы видите, активно всегда показываю все свои поездки, которых было, конечно, гораздо больше, чем на этих фотографиях. Для кого же этот вебинар? Если вы мечтаете путешествовать и работать удаленно из любой точки мира, ну, туризм и вообще моя жизнь, вы видите, как я всегда совмещаю, да, любые поездки, то есть я никогда не отрываюсь от работы и никогда не бросаю своих клиентов. А туризм – это наиболее, наверное, подходящая сфера для такой жизни. Если вы вдруг устали терпеть однообразную работу и вам хочется свободы в передвижениях, либо вы еще учитесь, но уже понимаете, что работать по специальности, ну, как-то не хочется, либо есть сомнения. Вообще очень классное время, да, что мы можем параллельно пройти дополнительное обучение, как сказать, не отрываясь, да, от чего-то основного, или не нужно что-то сразу резко бросать, кардинально менять свою жизнь. То есть сейчас в доступе можно параллельно попробовать разные и понять, что подходит больше, либо совмещать. Также либо вы уже работаете в этой сфере, но либо не видите результатов своей работы, либо понимаете, что не хватает знаний. И если вы хотите получить новую профессию, зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, либо удаленно, либо на фрилансе, здесь на выбор каждого человека, кому как комфортно. Свою экспертность я доказала годами работы, реально за 12 лет все-таки очень много отзывов, да, и можно посмотреть даже в запрещенной социальной сети во вкладке «Отзывы», там их гораздо больше, чем я прикрепила сейчас здесь на слайды, просто вот первый попавшийся заскринила, потому что их, конечно же, огромное количество. 5-летнее ведение блога, активного, да, беспрерывного, тоже, конечно, дают свои результаты, и люди охотно делятся со мной впечатлениями. Кстати, напишите, возможно, здесь есть ваш отзыв из вашей поездки. Если вы видите сейчас ваше путешествие либо давний тур, то напишите в чат. Я передам вам привет. Напишите, где вы были. И, кстати, если вы путешествовали через меня, покупали у меня путевки, тоже пишите, куда вы ездили. И как прошел ваш отпуск?
Еще добавила первые договоры с клиентами на фрилансе. Вообще такой переход на фриланс — это всегда страшно, да, то есть вот ты всю жизнь проработала в найме, уже там 7 лет, тебе, над тобой всегда кто-то, тебе всегда говорят, что надо делать, а тут ты уходишь в свободное плавание. Конечно, мне было страшно, и я повторюсь, что у меня не было никакой базы. И я добавила сюда специальный договор, вот если видно, с почты, там договор вообще еще в Word, написано, видно, что здесь 2018 год, это я отправляла клиентам, то есть я в 2018 году уволилась в конце октября, и вот в декабре я отправляю первые договоры, потом буквально в 2019 году, Черногория, да, спасибо, только тебе доверяю свой отдых, спасибо большое, это очень-очень приятно, и за активность в чате тоже, моя любая поддержка мне сейчас нужна. И видно, что в 2019 году у меня уже появилась CRM-система, то есть все уже стало отлажено, первый договор, в 2019 году уже я стала индивидуальным предпринимателем. И сначала я тоже работала как независимый турагент-фрилансер, про это, конечно же, буду рассказывать про эту схему на обучении, как сейчас, собственно, у меня работают девочки-менеджеры. И эти договоры я тоже прикрепила, чтобы можно было посмотреть, что действительно, ну, работа была, я не осталась без работы, главное – желание. Ну, если обобщить тему вебинара сегодняшнего, то это как путешествовать, вести бизнес из любой точки мира и зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц. Делайте скрины вебинара, отмечайте меня, если пришло какое-то вдохновение, либо инсайт, либо просто вы хотите меня поддержать. Кстати, если что-то не нравится, как я там преподношу информацию, я тоже буду рада вообще любой обратной связи. Можете выкладывать в запрещенные социальные сети, меня отмечать, я написала свой ник. Можете просто скинуть потом в личку отзыв. В общем, делайте скрины, это будет классная обратная связь, и мне после вебинара будет очень-очень это полезно. Ну и вдруг вы просто что-то новое для себя узнаете и захотите этим поделиться. Всегда отдыхала только по твоим путевкам. Таиланд, Турция, Доминикана. Вау, классно, Екатерина. Катя, спасибо большое. Я очень ценю. Действительно, вот с клиентами у меня многолетние отношения. Итак, в чем же преимущество профессии онлайн-турагента? Я в последнее время много об этом говорю. Конечно же, первое – это свободный график. То есть это возможность самостоятельно регулировать нагрузку. Сейчас это, конечно, особо ценно. И для женщины, да, то есть совмещать с декретом, совмещать с рождением детей, с личной жизнью, со своими увлечениями, там, со спортом. Сейчас вообще многие говорят о любви к себе и прочее. Вот туризм и моя жизнь – этому подтверждение. Work-life balance действительно мной был достигнут только когда я именно вот начала свое свободное плавание. Конечно же, еще преимущество неоспоримое – это возможность путешествовать, летать в инфатуры, то есть это рабочие поездки, посещать фуршеты, бизнес-завтраки, любые другие мероприятия от партнеров. Это онлайн-вебинары, да, то есть всегда узнаешь про новые города, страны, отели, и как будто бы тоже немного путешествуешь. И это всегда дополнительная мотивация путешествовать еще больше. То есть даже если кажется, ну как, куда я поеду, там все равно работа турагентом – это всегда плюс вообще 1000 мотиваций и еще больше путешествовать. И это так и будет. Новые знакомства. Конечно же, туризм – это всегда возможность общаться и знакомиться с новыми интересными людьми. Опять-таки, это ательеры, да, когда куда-то, если это рабочие поездки, либо онлайн-встречи. Представители отелей, то есть заграничные. В России тоже, опять-таки, работает много представительств. Туроператоры. Разные ниши. Вообще очень обширная отрасль туризм, поэтому здесь действительно всегда можно обрести какой-то новый пласт, новый круг общения, если вдруг вам кажется, что сейчас, ну, как-то неинтересно, да, бывают такие периоды, вообще жизнь циклична, что, ну, какой-то круг общения, допустим, либо он сузился, либо интересы расходятся с людьми. Очень классная возможность найти себе новых людей с новыми интересами. И сейчас я как раз хочу показать кейс с менеджеров из моей команды. Хотела подключить в лайфе, но чтобы не отвлекать никого, вчера буквально попросила девчонок записать короткое видео, и они с радостью откликнулись, я удивилась. В общем, сейчас я вам включу видео от Алены. Алена онлайн-турагент независимый, мы познакомились в офисе с ней в Санкт-Петербурге, работали вместе, и сейчас уже Алена больше 3 лет в моей команде. Она записала для вас короткое видео, давайте его посмотрим.
Всем привет! Я работаю в туризме с 2012 года, то есть в найме порядка, ну, уже больше 10 лет. И вот последние 3 года, получается, работаю в команде Ольги, так как вышла в декрет, и, собственно говоря, работа все равно не отпускает. Любимые туристы меня сопровождают все равно. Что могу сказать из плюсов? Ну, наверное, только плюсы обозначу, так как ты сама управляешь своим временем, можешь когда угодно, собственно говоря, пойти провести время с семьей, куда-то сходить. То есть нет четкого контроля за тобой. Это очень удобно. Сама строишь свой график. Ну, что еще? Конечно же, прекрасная зарплата, возможности зарабатывать, они есть. То есть все только от нас самих и зависит. Интерес к этой работе, он не отпускает. То есть каждым годом все равно появляется что-то новое, хочется развиваться. Хочется стремиться к чему-то большему. Спасибо Ольге вообще, что 3 года, больше даже 3 лет назад, она открыла для меня такое направление, как фриланс. Так как все равно были какие-то страхи, присутствовали, что не получится, не смогу, клиентов нет. Так как уже давно сижу в декрете вот со 2-м ребенком. Поэтому, но нет, все получилось, все прекрасно. Вот планирую дальше детей отправить в садик и еще больше развиваться в этом направлении, поэтому... Ну что, как вам видео Алены? Мне кажется, вообще классно, вот когда ты видишь реальных людей, которые действительно, вот Алена вообще умничка, ушла в декрет, там практически подряд уже родила 2 детей, при этом работает, не бросает своих клиентов. Всегда-всегда на связи, да, вот, то есть это увлечение, которое помимо, да, материнство — это важнейшая часть жизни, но все равно какие-то свои интересы. Алена большая умничка, и я надеюсь, что у нас еще будут долгие годы совместного сотрудничества. Как вам история Алены? Напишите вообще. Меня такие истории всегда вдохновляют, когда видишь реальных людей. Прям на даче, да, вчера она записала это видео. Вот мы так и работаем. Кто на даче, кто за границей, кто дома. Мы всегда можем на связи решить какие-то вопросы, решить какие-то проблемы. Поэтому из любой точки мира. Даже с дачи собственной. Итак, о чем же мой курс? Потом еще будет выступление одно, еще одно короткое видео, но пока я вам расскажу контентную часть такую, да. Мне всегда говорят, столько времени, сколько я работаю, какая же у тебя интересная работа. И действительно, менеджер по туризму воплощает мечты об отдыхе каждого. То есть всегда путешествие – это мечта. Но сколько всего нужно знать и чему еще не учат в институте, в школе. Вы согласитесь, это проблема, когда выходишь из института, там, допустим, менеджером, даже если пойти работать по специальности, и ты идешь на работу, и тебе нужно учить все заново. Фактически начинать все с нуля. Вот кто с этим сталкивался? Потому что, ну, институт, да, я не против фундаментального образования, это важно, но когда мы шли первый раз на работу, мы реально учились заново. А сейчас возможность, когда появилось много действительно экспертов своего дела, можно действительно научиться в короткие сроки практическим знаниям и сразу же их применять. Сейчас тем более освободилась ниша, да, такая большой пласт, но об этом тоже попозже еще скажу, в плане инфобизнеса. Мне кажется, что я тоже раньше скептически могла относиться, но сейчас, зная, что, ну как, я действительно эксперт с многолетним опытом, почему я не могу, да, научить людей? Конечно же, могу и передать свои знания, это же классно. Поэтому это крутая просто возможность. Да, вот кто-то уже узнает себя, вышли из института и заново все учитесь. Да, всему, как работать с клиентами, как вообще туры оформлять, и у каждого, я думаю, на своей сфере найдется пример. А с чего складывается заработок турагента? Очень интересная тема – это комиссия с путевки, которая уже заложена в цену туроператором и предлагается на разных сайтах. То есть ценообразованием занимается полностью туроператор –
Менеджеру по туризму не нужно ничего придумывать. Вот эти никакие там терзания с собой, кто-то говорит, что я там не умею продавать, либо боюсь продавать. Это не совсем продажа. Это больше даже помощь людям найти путевку и просто забронировать, рассказать все нюансы. Вы не занимаетесь никаким ценообразованием. Все уже, грубо говоря, за вас придумано и составлено. То есть вам нужно только предложить, оформить путевку и заработать свою комиссию. Самая приятная часть. Итак, сколько комиссия? В среднем комиссия от туров, которые дают туроператоры своим агентам, это от 7 до 10%. Сразу скажу, что самое маржинальное направление – это круизы. Там от 15 до 20% комиссия. Это сложный продукт, но кто-то, возможно, пойдет нишево работать только по круизам. Кто-то пойдет нишево работать, там, может быть, по Мальдивам, да, то есть тоже высокий чек всегда, соответственно, это высокая комиссия. Здесь тоже об этом будем на курсе говорить, я помогу как-то определиться, направить и расскажу, какие вообще могут быть вариации. Я вообще всегда за практику, за результат, чтобы можно было действительно применить это потом в своей жизни. Например, я специализируюсь на семейном отдыхе, то есть чаще всего это минимум 4 человека, да, двое взрослых, двое детей. И мой средний чек это, ну, так скажем, 250-300 тысяч рублей. И, допустим, когда я забронировала тур стоимостью там в Турцию в 300 тысяч рублей с комиссией 7%, то, соответственно, я получила доход 21 тысячу рублей с одного тура. А если 10%, то, соответственно, это 30 тысяч рублей. Суммы вообще, кстати, обе очень хорошие, но разные. Да, согласитесь. Поэтому здесь нужно, во-первых, учиться любить себя, учиться считать, смотреть, какие условия у туроператоров, да, кто какие предлагает моменты, и тогда можно легко зарабатывать там 150-200 тысяч рублей в месяц, продавая всего лишь один тур в неделю. Если это будет 2-3 тура, да, вы можете посчитать сами и вообще управлять своим доходом. Поэтому я создала доступный курс из 13 уроков «Турэксперт с нуля до своего бизнеса». Вообще 13 урок – это дополнительный онлайн-турагент «Свой бизнес». То есть 12 уроков – это такая база, база, без которой, ну, эти знания нужны, без которой просто невозможно начать. А 13 урок – это именно как перейти в онлайн, что нужно, какие документы и как начать свой бизнес. Сейчас я вам расскажу про программу курса. Первый урок. Состав турпродукта, что такое чартер. Я буду рассказывать все про авиаперелеты, чем чартер отличается от регулярного рейса. Кстати, все уроки будут длительностью 25 до 45 минут, то есть они не будут очень затянутыми, но потом будут еще у нас встречи, то есть я тоже в конце обязательно расскажу, как будет проходить вообще обучение, поэтому досмотрите до конца, не пугайтесь. Второй урок – это туроператор. Кто он? Естественно, туроператор – это самое важное, наверное, звено, да, то есть идет туроператор, турагент, потом турист, и я расскажу про основных туроператоров, как узнать надежного, с кем работать, а с кем нет, чтобы, да, не было никаких потом неприятных моментов с клиентами. Это все будем изучать на втором уроке. Третий урок. Расскажу все про договор с туристом, про чек, про онлайн-кассу. Юридический аспект для меня всегда тоже очень важен. Я не из тех людей, которые, да, там просто продать и все, и забыть. Нет, я этому же хочу научить на курсе. Что важнее все-таки человеческие отношения. Супер, спасибо большое. Мне нравится ваша обратная связь, да, пишите супер, не супер, вообще любые сообщения в чате. Классно. Классно, спасибо. Четвертый урок – это справочник турагента. Там расскажу про типы питания, да, вот эти все расшифровки мы пройдем, номеров, спецпредложения, СПО – это спецпредложение туроператора. То есть вот эти все формулировки я буду рассказывать, и потом на домашнем задании, соответственно, вы будете эти знания подтверждать. Пятый урок – это поиск и бронирование тура. Буду показывать прямо на сайтах, как искать, как найти лучшее предложение, какие бывают ошибки в подборе, чтобы их не допускать. То есть тоже сразу все моменты оговаривать буду и учить тому, чтобы не тратить просто лишнее время и сразу делать все классно. Шестой урок – это работа с клиентом, формирование и отправка предложений, то есть как правильно вообще взаимодействовать напрямую с клиентом, понять, что он хочет, какие есть удобные сервисы, потому что сейчас в целом все автоматизировано, и я научу, как ими пользоваться. Ну и также, как работать с возражением. То есть часто бывает, что человек просто либо не может определиться, либо, ну вот есть люди, которым реально сложно сделать выбор, им нужно помочь это сделать, либо как-то направить, подсказать какие-то моменты, нюансы, что вот это отличается от этого, и просто действительно помочь. Вот над этим мы тоже всем будем работать.
чтобы были эффективные у вас бронирования. Седьмой урок – это выдача документов и что должно быть на руках у клиента. Все документы, с которыми клиент должен отправиться в путешествие, и, соответственно, вы себе прямо сделаете, я еще буду делать интерактивные такие по уроку файлы, чтобы можно было всегда вернуться и посмотреть, да, потом, такие как конспекты. Вот, поэтому этому тоже, конечно же, пройдем. Переходим к восьмому уроку. Здесь дополнительные услуги и сервисы как способ заработка. Расскажу про них. Вообще часто менеджеры не предлагают ничего дополнительно, а на самом деле, то есть это не навязывание, это просто реально людям нравится, когда им предлагают. Они знают, о, можно еще это, а можно это. Оказывается, можно места в самолете. И они там, как правило, могут не очень дорого стоить. А кому-то важно, да, там вытянуть именно ноги в самолете. То есть люди разные, разные комплекции. Поэтому это не что там зазорное, наоборот, и клиенту классно, и дополнительный способ заработка для турагента в таком формате. Девятый урок – это визовые формальности, как оформляется виза под тур. Сейчас, конечно, с визами все гораздо сложнее, чем было раньше, но, тем не менее, все быстро меняется, поэтому эту базу тоже нужно знать, хотя бы, если что, где посмотреть и как вообще с этим работать. Но, тем более, все равно, некоторые визовые направления у нас остаются, поэтому даже электронные визы нужно знать, как оформлять. Дальше уже тоже каждый менеджер будет выбирать сам, будет он оформлять сам самостоятельно визы, либо там через туроператора, либо направлять просто человека. То есть тоже вот очень много нюансов, поэтому я этот урок тоже считаю очень важным. Десятый урок – это штрафы от туроператора, ФПР, это фактически понесенные расходы туроператора. Это связано с аннуляцией туров, как их избежать, да, как их избежать и для себя, и для клиентов. Важнейший урок, наверное, он будет такой самый длинный, но это про деньги, иногда про большие, поэтому я хочу сразу, чтобы вот вы просто знали, как бы, где быть внимательными, и тогда можно этого не бояться. 11 урок – это все про сезонность, в какие месяцы мы что предлагаем, куда полететь, все про акцию «Раннее бронирование», я думаю, вы про нее уже многие слышали, знаете, ну и вообще все тонкости этих акций и бронирования по сезонам. 12 урок, такой же, можно сказать, заключительный основного блока, это помощники турагента, семинары туроператоров, воркшопы, как туда регистрироваться, как туда вообще попадать, что такое инфотур, как в него поехать. Вот это все такие самые, может быть, приятные для кого-то, кстати, работа турагентом, это вообще самый кайф, это ходить по таким мероприятиям, как раз-таки знакомиться с новыми людьми, это, как правило, красивые места, отели, рестораны, да, то есть напишите, кто вот здесь есть из действующих турагентов, кто любит ходить на бизнес-завтраки, особенно с игристым, пишите в чате. А может быть, вы не из этой сферы и тоже вам нравится больше всего там общаться с людьми. Пишите в чате. В общем, это основной блок из 12 уроков. Повторюсь, что это будут не слишком затянутые уроки. И 13 урок, он вообще дополнительный для VIP-тарифа. Турэксперт свой бизнес. То есть, с чего начать? Как открыть расчетный счет? Налоги. Очень важная сейчас тема, да? Онлайн-касса, CRM-система. То есть, как все настроить, чтобы это было и удобно клиенту, и автоматизировано для фрилансера. То есть, если вы уже захотите пойти в свободное плавание. Да, сначала будет много разных, да, кто-то любил бизнес-завтраки, да, есть такие, классно, я тоже люблю на самом деле, ну, мне нравится именно сама атмосфера, я вообще люблю там отели, рестораны, вот это мое, и я думаю, вы все видите, да, в соцсетях, что я часто посещаю, я это просто люблю, там, неважно в каком формате, туризм мне очень сильно помогает это использовать, вот, соответственно, это 13-й урок, но мы же с вами помним, что вы фокус-группа, да, это будет первый мой поток, соответственно, будет классный бонус, который я озвучу чуть позже, поэтому смотрите до конца. Итак, что же вы получите после обучения? Ну, это, конечно же, реальные знания, основанные на моем опыте, то есть весь курс, он не придуман, он там не скачан откуда-то с интернета, он не высосан из пальца, он реально написан мной, вот так я села, открыла документ вордовский и написала себе уроки такие-то и пошла писать. Да, бизнес-завтраки все любят. Ну, конечно, нам, девочкам особенно, да, только бы поесть в красивом месте. Это сразу 90% успеха вообще любого мероприятия. И, соответственно, я написала его сама.
Поэтому я очень горжусь, несмотря на то, что видео будут записаны старые, я там, может быть, где-то не так выгляжу, как сейчас, но я вот их переслушиваю, и мне не нравится. Поэтому эта теория, этот базис, он не меняется. Ну, будут еще, соответственно, разные встречи, да, где я буду усиливать те видео своими уже такими актуальными новостями, да, и актуальными моментами. Также вы получаете новую профессию, которая реально мечтает каждый. Путешествие и туризм – это профессия мечты. Готовые кейсы для мгновенного начала работы с клиентами. Мы реально попробуем, если будет желание, попробуем получить результат в процессе обучение. Но здесь тоже нужно, да, понимать про ответственность ученика и эксперта, что ее нужно разделить 50 на 50. То есть здесь, конечно, никто не будет никого тянуть, да, то есть, может быть, просто люди приходят иногда на курс, реально просто посмотреть и узнать новое, и, возможно, даже не работать потом, это тоже классно. Вот у кого был такой опыт, это всегда какое-то расширение, ты всегда напитываешься, может быть, даже там в общении со мной, я получу от вас что-то новое, вы от меня, то есть это всегда 50 на 50, но попробовать я очень хочу, если будут получиться готовые кейсы, то есть это такая моя задача, именно забронировать в процессе обучения, возможно, даже в идеале окупить курс, то это будет прям вообще топ. А также, конечно, это будет грамотное поэтапное обучение без воды, как я вот и люблю, да, лаконично. И после окончания курса, сдачи домашней работы, вы реально готовый специалист. Вы можете идти и бронировать туры. Кто могут быть первыми вашими клиентами, да, чтобы действительно начать? И начать сразу, это ваши родственники, друзья, бывшие коллеги. Вот расскажите всем, что вы теперь в туризме. Вы сейчас купите курс и сразу говорите, я теперь в туризме. Я не только просто классно путешествую и могу вам рассказать или там помочь выбрать. Реально теперь это моя профессия. Я научилась монетизировать этот момент. Я могу и выучила разные моменты юридические и прочее. Поэтому рассказывайте буквально всем, новым знакомым. Можете создать визитки. Да, сейчас они, может быть, не особо нужны, но в туризме визитки еще работают, потому что, когда мы идем куда-то на бизнес-завтраки, нам нужны визитки. Есть онлайн сейчас визитки такие по QR-коду. Это все делается вообще элементарно в конструкторах в онлайне. Вообще классный навык менеджера – это уметь искать информацию. Я про это тоже на курсе отдельно рассказываю. Потом пойдут уже рекомендации. Съездят одни ваши, да, даже просто родственники, родители. Можно там сначала это делать там, на определенных условиях. И пойдет сарафан. Конечно, сарафан работает лучше всего. Да, заявлять о себе везде – это 50% успеха. Действительно, это сейчас, ну, может быть, такая проблема, да, многих, что, ну, страшно. Страшно как-то проявляться, а на самом деле любое проявление, оно дает моментальную отдачу. Надо просто вот раз попробовать. И вот даже если там, ну, человек, перед которым вы стесняетесь сказать, ну, можно взять каких-то самых безопасных, реально самых близких людей. И вы им говорите, ну, все, я вот учусь на турагента. Но знаете, это не так зашкварно звучит, как типа, я теперь блогер, потому что вот эти раньше было, типа, ой, что я там еще одна теперь блогерша, да. Это все-таки не так зашкварно звучит, поэтому не бойтесь и посмотрите, что сразу будет не то, что реакция, ой, типа, куда это там подалась, а наоборот, вау, круто, потому что, ну, туризм – это классная профессия. И сейчас подошло время посмотреть еще одно видео от менеджера Кати, она как раз-таки, наоборот, недавно в моей команде, и уже на 10 лет в туризме, но тоже совмещает с основной работой, она работает в офисе, поэтому, я думаю, вам тоже будет интересно послушать и ее кейс тоже. Давайте прервемся на короткое видео от Кати. Всем привет, меня зовут Катя, я уже 10 лет в туризме, могу кратко рассказать, как я туда попала. Мне было 12 лет, мы в первый раз поехали с мамой за границу, мы поехали в Тунис, полетели. Я впечатлилась новыми эмоциями, полетом на самолете, и сказала: «Мама, мама, что мне надо сделать, чтобы постоянно путешествовать?» Она сказала: «Катя, иди, работай в туризм». А туризм – это такая большая сфера, где можно действительно зарабатывать много денег. Это меня тоже привлекло в свое время. Есть, конечно, свои сложности. Приходится очень много информации изучать. Постоянно все меняется в мире, с политикой, с какими-то там случаются катаклизмы, бывает, типа ураганов, бурь, там всего остального. Из-за этого правила постоянно меняются. Нужно быть всегда в курсе дел, что происходит в мире. Да, надо быть всегда
в курсе дел, но это даже и не минус, наверное, скорее всего, и плюс, то есть ты всегда в курсе дел, что происходит в мире. А плюс ты можешь путешествовать, изучать страны, это для меня, наверное, самое увлекательное в этой жизни. Я посетила 18 стран уже и 70 городов. В Коли я попала совершенно случайно, у меня были свои туристы, было куда-то отправляться, они постоянно ко мне приходили. На момент на работе, где я работаю с B2B клиентами, это было делать невозможно через мою работу. Поэтому моя коллега посоветовала прийти Коли, она взяла меня к себе в команду буквально недавно. Мы уже сделали пару броней вместе. Оля мне очень четко все рассказала, очень все понятно. CRM у Оли очень простая, все интуитивно понятно, как заводить, что и как. Все документы есть, все очень официально, то, что я люблю. Если что, клиент застрахован во всех как клиент. То есть не просто мы там забронировали, и никто никому ничего не должен. Если у туриста что-то случается, мы никакой ответственности не несем. А мы несем, и это хорошо, когда человек понимает, что он работает с профессионалом, а не просто кому-то там на Сбер деньги перевел. Молодец, поддерживает нашу команду. У нас уже такая команда сложилась. Вот, мы периодически созваниваемся, делимся новостями. Тоже всегда все в курсе дела, у кого что происходит. Ну, супер, атмосфера очень классная. Я хочу сказать, что туризм, как любая другая сфера деятельности, турагент, как и любая другая профессия, требует полной отдачи, особенно на каких-то первоначальных этапах. И не надо бояться, надо идти, изучать все, вникать во все, работать, работать, еще раз работать. Главное — любить то, что ты делаешь. Я всем желаю удачи, пройти путь обучения. Я уверена, что с Олей это будет очень занимательно и весело. Ну как? Как вам видео Кати? Замотивировала, она прям молодец, рассказала свою историю и рассказала какие-то моменты. Да, круто, мне тоже очень, очень нравится. Вообще, я сейчас сижу и думаю, блин, какие классные у меня девчонки в команде. И я же первый раз их показываю. Вы реально первые, кто видите вообще моих независимых онлайн-менеджеров, моих просто тружениц и любителей, любителей туризма. Очень вдохновляет, да, и все мои девчонки классные, просто я не стала там всех отвлекать, напрягать, и вот, ну кому написала, все сразу согласились, вообще, легкие все, туризм это, ну, классная, легкая профессия, она не, да, есть свои моменты, мы про них будем говорить, это нужно вырабатывать стрессоустойчивость, но мне кажется, в любой профессии, ну, как бы хочется эмоций, хочется впечатлений, туризм это как раз про это. Спасибо большое моим девчонкам еще раз. Напишите. Да, вообще классно, я согласна. Реально мотивирует, вдохновляет. Блин, спасибо вам за обратную связь в чате, вообще, что вы пишете. Классно, классно, супер. Мне кажется, мы вообще на одной волне. Вот просто встретились. Также будем встречаться на зумах. Также будем встречаться... Voice чата я буду делать во время обучения, поэтому вот эта энергия, мне кажется, она вообще самая классная. Но чтобы стать специалистом таким, как я, Катя, Алена, да, конечно, нужно узнать основу. То есть без этого базиса, ну, без него никак. Просто, нет, можно, конечно, но это будут какие-то ошибки, которые не нужны никому, да. А мы работаем с деньгами, и средний чек все-таки в туризме высокий, да, то есть это, ну, не какой-то розничный бизнес, да, где, может быть, небольшие чеки. Здесь ответственность перед людьми большая. Да, конечно, я буду рассказывать про ответственность турагента, то есть это не значит, что там мы взяли деньги, и мы теперь все как кредитная организация, да нет. Но, конечно, основу нужно знать, чтобы просто действительно все было по уму. И про что Катя, да, говорила, что все чисто, прозрачно, чтобы клиент был застрахован. И мой курс является уникальным, потому что мы изучим все тонкости туризма. То есть будет не только теория, но и практика. Я вам говорила, что я и ищу какие-то моменты, чтобы можно было сразу устроиться в найм, да, то есть я сейчас тоже в клубе турагентов не в одном состою, чтобы просто была возможность мне предложить какие-то вакансии своим ученикам, чтобы они могли попробовать где-то сразу попасть в большие объемы, если будет желание не только со своими клиентами работать, а со своими знакомыми, то есть пойти сразу вообще в топку просто, сейчас же сезон впереди, и кто хочет заработать прям сразу денег, я реально ищу выходы, чтобы, и мне уже написали, я еще даже не выкладывала, мне уже написали, что ждут моих выпускников. Вот, тоже такой спойлер. Сегодня выложу, ну или на неделе, не знаю. Не буду загадывать. Это экономия времени и денег. Я уже говорила про то, что можно реально потратить много времени, там что-то где-то искать, тыкаться, мыкаться, либо просто вообще пройти обучение для того, чтобы, ну, как хобби, да, то есть вот реально
Вот кто вообще любит просто искать вообще какие-то отели? Кто главный в семье по поиску вообще бронированию мест, да, куда поедем, составление маршрутов? Это же можно просто параллельно сделать своим хобби. Высокооплачиваемая профессия за 12 уроков всего лишь. То есть это не какие-то курсы, да, там такие вдохновляющие, мотивирующие просто там, на развитие личности. Это тоже будет, но это реальная профессия прикладная. Вот бери ручками, работай и зарабатывай. Курс доступен для понимания абсолютно каждому в любом возрасте. Все реально только в ваших силах. Я тоже стараюсь достаточно просто преподносить информацию, поэтому я думаю, что здесь будет, не будет сложностей. Большую часть я уже рассказала вебинара, у нас осталось только самое-самое вкусное и такую теорию, да, я уже сухую рассказала, поэтому не отключайтесь, осталось буквально немного времени. Как вы там еще? Как у вас настроение? Вы заряжены, либо вы уже устали, скучно, может быть, мне ускориться, или все классно? Ни у кого ничего не висит, все ли нормально со звуком? Смотрю на чат, жду какого-нибудь ответа, предвкушение, класс, ну супер, поехали дальше. Как проходит обучение? Значит, вы получаете доступ к учебному контенту и приступаете к обучению 12 уроков. Это не будет там самостоятельное, да, это будет поэтапное открытие уроков, и это будут уроки 3 раза в неделю. Я уже говорила, что они будут не очень длинными, и, соответственно, у нас будет обязательно один выходной в неделю, и между этими уроками у нас будет один раз Zoom, встреча, потом через следующий урок voice chat со мной обязательно, мы будем разбирать домашние задания, буду просто отвечать на вопросы, какие-то страхи и так далее, то есть все-все мы будем еще проговаривать после. Мне это важно, не просто дать открыть видео, а еще какую-то обратную связь по ходу сразу получать. Вы выполняете домашние задания, они не сложные, ну, может быть, это мне, конечно, так кажется, но я в процессе буду, если что, что-то корректировать, то есть поэтому и собираю я фокус-группу, чтобы понять вообще, какие сложности по прохождению моего курса могут возникнуть, а может быть, наоборот, нужно будет что-то еще добавить. Будем ориентироваться по ситуации, все вообще очень гибко. Вы будете заполнять по каждому уроку форму обратной связи, чтобы мне опять-таки понимать, как двигаться дальше. И потом переходим к изучению следующего урока. В конце вы получаете электронный сертификат. Сейчас многие, опять-таки, турагентства, которые ищут фрилансеров, им достаточно вот этого сертификата о прохождении любого онлайн-обучения. Ну и при покупке пакета VIP вы получаете 13-й урок по бизнесу, но вы знаете, что дальше будет что-то интересное. Ну как, вообще хотите уже получить такую новую профессию? Классную. Замотивировала я вас, девчонки? Мне кажется, да, я бы уже, наверное, согласилась. Специальное предложение для фокус-группы. Будет единый тариф, который включает в себя все 3 тарифа. От самого стандартного до VIP. То есть все, включая свой бизнес, включая там расчетный счет, ИП, фриланс, как работать самостоятельно, будет полностью в одном тарифе. Это будет единственный раз. И еще дополнительно, в конце, ближе к концу, да, насколько я помню, дополнительный урок с продюсером по распаковке личности для ваших социальных сетей. Либо просто даже для общения, для проявления как раз вот эти сложности, которые могут возникнуть на начальном этапе, как вообще себя, да, вести, когда вы начали что-то новое. Это будет такая мини-распаковка личности, тоже в формате Zoom. Это продюсер, психолог в одном лице, и реально мне это очень помогло в свое время. Поэтому такое вот спецпредложение для фокус-группы, мне кажется, вообще самое классное. Я люблю все, знаете, такое вот, ну, прикладное, что можно было действительно использовать. Не просто напихать всего в кучу и сделать там курс, что вот он у меня большой. Нет, я наоборот стараюсь отсекать то, что не нужно, и добавлять то, что реально может пригодиться. Сколько стоит курс? Та-да-да-дам!
Смотрите, пакеты участия вообще, какие я разделила. Это эконом, это бизнес-класс и это частный джет, VIP. И, соответственно, занятия в формате видеозаписи. То есть вы уже понимаете, что входит вообще все. Фокус-группа захватывает все, что здесь написано. То есть везде можно поставить плюсики и сразу смотреть тариф и стоимость частный джет, VIP, то, что будет входить. Доступ на 6 месяцев к урокам, сертификат о прохождении курса, будет доступ в организационный чат, проверка домашних заданий, там, либо мной, либо куратором, групповая консультация с экспертом после обучения. То есть я через 2 недели хочу еще раз всех собрать и понять, что за 2 недели вообще произошло, какие, может быть, сложности, какие трудности, какие успехи, может быть, нужно что-то еще додать. Подготовить еще, то есть фокус-группа, она на то и делается, чтобы мы реально вместе прошли этот путь. Про ответственность я уже говорила, да, и все взрослые люди все прекрасно понимают, но я тоже хочу, чтобы были результаты. Про свой бизнес, да, мы добавляем, это я уже сказала, это будет 13-й урок, и зум-встреча с приглашенным экспертом по распаковке личности в социальных сетях. И всего лишь это стоит 38 тысяч рублей. Знали бы вы, как я со своим продюсером, а вы узнаете, что у меня есть команда, я об этом тоже расскажу, еще не говорила, вообще в одиночку идти... Сейчас, наверное, в наше время, ну, вообще не стоит, это очень сложно, это и никому не нужно. Все сейчас люди объединяются, да, и мы сейчас с вами объединяемся. И продюсер, знали бы вы, как я билась за эту сумму, потому что, ну, у нее, она сейчас параллельно проходит обучение, это вообще такое, ну, я расскажу про это интересная история, как вообще мы совпали. У нее в 2 раза больше, даже больше, чем в 2 стоит обучение. Она мне говорит: Оль, сейчас таких цен как бы нет. Я говорю: ну, я билась за каждую копейку ради вас, потому что, ну, я понимаю, что это первое обучение, у меня нет цели прям, знаете, собрать там просто денег и все. Я говорю: нет, вот с этой суммой мне комфортно, да, я пересплю с ней, мы, значит, на следующий день. Она говорит опять: Оль, ну не, давай, ну не может это столько стоить, такой твой курс, ты его реально так давно написала, собрала, я говорю: нет, все, в общем, я кое-как утвердила эту стоимость, и недавно знакомая выкладывала, говорит: у меня сейчас среднее обучение, прям в сторис она рассказывала, стоит там 60 тысяч рублей, и она там параллельно проходит несколько обучений, то есть сейчас действительно тренд на высокий чек. Ну, я упоминала, что вообще освободилось место в инфобизнесе, все мы знаем, да, там последние события громкие, как там блогеры-миллионники, которые продают голосовые сообщения в WhatsApp за, на огромные суммы, да, они все уходят с рынка потихонечку, и сейчас пришло время реальным экспертам, которые могут действительно свои знания передать и прикладные какие-то, то, что можно сразу использовать в работе, а не только там про личное развитие. Я вообще не против никакого обучения, но просто сейчас реально время таких экспертов и таких обучений, которые можно использовать и за приемлемую стоимость. Я считаю, что это очень выгодная цена на сегодняшний день, если вы смотрели стоимости разных обучений, напишите мне, что это реально низкая цена. Поэтому для фокус-группы, мне кажется, что это будет супер выгодно. Ну и вы знаете, да, что любые бесплатные продукты, они не приносят никакой пользы в первую очередь человеку. То есть мы не ценим. Почему скидка, да, как я уже и объясняла, то, что это первый поток на фокус-группу, что мне важно будет собрать методологию, понять, как работает мой курс, собрать отзывы, то есть эта цена снижена реально и единственный раз. Больше такого предложения не будет, я, возможно, буду делать еще запуски курсов в последующем, по крайней мере, мне это очень интересно, я хочу, чтобы про эту профессию знало как можно больше людей, и, соответственно, таких цен больше не будет, поэтому пишите мне в чате, мне кажется, что цена супер. Ну и еще один бонус для всех тех, кто пришел на вебинар, а я знаю, что будут те, кто захотят купить курс, кто не присутствует сейчас на вебинаре, в первые 48 часов оплативших, я еще проведу до обучения, которое у нас стартует через неделю, мастер-майнд, на котором расскажу про эффективное планирование времени, вообще своими фишками, да, поделюсь. Мне постоянно говорят: как ты так умудряешься снимать и выкладывать сторис постоянно? Ты же вроде всегда с нами, вот ты там сидишь с нами, также ешь, общаешься и не только в телефоне. Как у тебя это получается? Плюс расскажу про колесо жизненного баланса, да, то есть именно как работает колесо жизненного баланса, и чтобы все сферы жизни были в балансе, соответственно. Поэтому этот мастер-майнд, такой коротенький, групповой, он пройдет у нас до обучения для тех,
кто оплатит курс в первые 48 часов после окончания вебинара. И я вижу, что появилась ссылка на заказ для фокус-группы, можно будет по ней пройти сейчас или дождаться окончания, уже мы скоро заканчиваем, и оформить и попасть в группу на мастер-майнд. Как вам? Классное предложение? Сейчас я расскажу про способы оплаты. Вообще они есть любые, я же не могла не подготовиться, поэтому это было там не так быстро, может быть, да, и мы там переносили на недельку, чтобы было всем максимально удобно. Можно будет оплатить картой на сайте, либо через систему быстрых платежей, через СБП. Можно оплатить картой иностранного банка, все ссылки доступны на сайте. Либо воспользоваться рассрочкой от Тинькофф банка, от Сбербанка, либо от сервиса «Всегда да». То есть вы там сами посмотрите, куда можно подать заявку. Сейчас одобрение очень быстро проходит за 3 минуты. Я вам подробнее расскажу про рассрочку. Вообще тоже на выходных встречались с друзьями, они говорят, мы сейчас как-то вообще технику стали в рассрочку оформлять постоянно, потому что удобно, что, ну, она же там без переплаты, да, идет, и как бы вроде ты не ощущаешь эти суммы как будто бы. А вот, но здесь каждому свое, кто-то наоборот вот замотивируется тогда, когда все, вот он уже оплатил, как бы и не думает про дальнейшие траты, может быстренько включиться в работу, чтобы быстрее отработать обучение. Такой, знаете, поставить себе такую дедлайн. Вот, поэтому здесь кому как удобно, кому как комфортно. Одобрение за 3 минуты, рассрочка без первоначального взноса. Есть три варианта, на 4, допустим, это от Тинькофф банка, да, на 4 месяца, на 6 месяцев, либо на 10 месяцев. А на 4 месяца по 9500 рублей в месяц, я посчитала, получится курс. На 6 месяцев по 6333 рубля получится курс, всего лишь в месяц, да. А на 10 месяцев вообще по 3800 рублей в месяц. 10 месяцев это почти год, по 3800 вообще это неощутимо, но может кто-то даже и не запомнит, как эта сумма будет списываться. Если какие-то вопросы возникают с рассрочкой, может быть там что-то не получилось с одним банком, да, либо с оплатой самой, у нас будет сейчас после вебинара в чат вам отправить телефон нашей службы заботы, которой можно обратиться по всем вопросам техническим, да, по оплатам, либо какие-то вопросы остались по самому формату обучения. В службу заботы вот и по телефону можно будет написать. Я думаю, что вы же все перешли в телеграм-канал, и там будет контактный номер, по которому можно написать. Спасибо, да, мне тоже, вам тоже спасибо. И вебинар супер, умничка, классно, одни комплименты. Я вас благодарю. Как вообще оплатить, да, сейчас вот появилась уже ссылка оформить заказ, либо будет ссылка еще потом в телеграм-канале, нужно будет заполнить заявку на участие, что вы хотите попасть в фокус-группу, оплатить это участие, и потом вы получаете доступ к личному кабинету и ждете начала обучения. Старт у нас 22 мая, в следующий понедельник, я уже рассказала, да, что там откроется первый урок, и потом у вас будет расписание. Обязательно будет выходной день, то есть мы пойдем как бы и в темпе, у нас получится где-то полтора месяца, но в то же время это не будет супер нагрузка, то есть это не то, что вы с утра до вечера будете заняты только обучением. Вы будете совмещать это прекрасно со своей жизнью, но, конечно же, нужно будет включиться, то есть я не хочу это размазывать, во-первых, чтобы можно было в сезон сразу быстро попробовать свои знания, да, и опять-таки там друзьям, коллегам предложить свои услуги. Либо пойти работать сейчас как раз-таки в найме, да, открыто окно, реально все ищут менеджеров, не хватает рук. Поэтому мы размазывать не будем, и при этом будем сильно перенапрягаться тоже, назову это так. Фокус-группа. Ну что, вы станете первыми? Давайте пройдем этот путь вместе. Я вас всех жду, я вас всех приглашаю. Я очень хочу начать это обучение скорее. Я реально кайфую от того, что я делаю. Это вообще это не про то, что там вот что-то лишь бы придумать, чтобы там... Это реально такой зов вообще моей души, моего сердца. Я всегда хотела выступать, я всегда хотела вещать. И этот первый вебинар, вы бы знали, какое я сейчас удовольствие получаю. Это, наверное, моя какая-то детская вообще мечта. И когда ты знаешь, что ты говоришь, когда ты реально в этой профессии там разбираешься, да, у тебя есть разный опыт, это классно. Это не заученные фразы, это то, что идет вообще, из меня может литься. Сейчас я готова ответить на вопросы, вижу уже первые. Записи уроков будут? Да, конечно, если вдруг не будет возможности в Zoom. Конечно же, будут записи. Да, с хороший вопрос, я про это не сказала. И Zoom-встречи будут тоже с разборами домашних заданий, либо с разборами ответов на вопросы. Да, будет обязательно присылаться. Да, конечно, конечно будет.
потому что раз уж, ну, как бы в обучении, естественно, будем подстраиваться, тем более, да, разница во времени еще у многих, и все интересно и емко, классно. Я тут не видела ваш чат, сейчас читаю. Спасибо большое. Еще подожду вопросов. Служба заботы вообще сможет ответить на любые, повторюсь, технические моменты. Вот. Ну и потом у нас уже будет свой чат с учениками, да, и там я пропишу расписание тоже, когда можно будет и задавать вопросы, когда, точнее, задавать их можно будет всегда, но у меня будет тоже время, окошко, да, когда я буду отвечать, потому что, опять-таки, у всех это совмещение, да, то есть и я не могу тоже бросить своих клиентов любимых, поэтому будем так, чтобы всем было максимально удобно. Да, будет специальная обучающая платформа, достаточно удобная, кто ни разу не проходил обучение. Сейчас есть такие сервисы, и мы с ними сотрудничаем специально, да, чтобы загрузить туда уроки, чтобы было их удобно просматривать. Можно будет останавливать, да, вот эти сами уроки, смотреть в другое время, тем более будет доступ на 6 месяцев. Будут все зумы сюда сохраняться. Ну, в общем, я постараюсь организовать все очень-очень, ну, мы уже сделали, но я думаю, что это будет максимально удобно. Ну что, запись сегодняшнего вебинара, да, я ее делаю, я очень надеюсь, что все нормально, техника не подведет. Запись, естественно, всем, кто зарегистрировался, мы отправим запись. Ну, на этой неделе, я не знаю, как быстро это, честно говоря, делается, но запись, конечно же, будет. По крайней мере, сейчас запись идет. И у нас не было никаких технических, слава богу. Вообще просто все соблаговолило, мне кажется, сегодня, чтобы все прошло классно. Обычно там смотришь вебинары то одно, то другое. Там вначале немного я, может быть, там из-за того, что я разволновалась. Но в целом, вообще, мне кажется, вообще сегодня просто тот самый день. Там заканчивается серия ретроградные, кто верит там в какие-то, да, ретроградные Меркурии и так далее. Как раз самое время начинать новое. Все, там сегодня какой-то разворот. Вот, и реально надо начинать учебу, начинать новое в своей жизни. И это даст максимально. Перевернем этот мир, как говорится, вместе. Так, ну что, вопросы, если нет, то я в целом могу никого не задерживать. Я уложилась в час времени, как и обещала. Делайте репосты, отмечайте меня, кто был. Вообще, спасибо вам за такую классную обратную связь в чате. Я кайфанула сегодня, поэтому давайте уже с вами увидимся на обучении. Буду рада видеть каждого. Проведем эти полтора месяца вместе, сейчас лето, будем кайфовать, заряжать всех на путешествия, вы меня будете заряжать, я буду вас на работу, на зарабатывание денег, на осуществление всех своих мечт. Я вас всех целую, благодарю, что вы нашли сегодня этот час времени, и до встречи. Обнимаю всех, все, отключаюсь, пока-пока.